Озвучка J-Cube представляет Run BTS, эпизод 151. Война за деньги, часть 2. В предыдущем Run BTS. Сегодняшний Run BTS – это отдых. Это действительно отпуск в гостинице, но с некоторыми миссиями. Правило, они могут получать хорошие комнаты в соответствии с порядком прохождения игр. Чонгук получил лучшую комнату. У тебя люкс. Какая столица Малайзии? Куала-Лумпур. Как называется столица Норвегии? Осло. Хорошо. Ви, правильно, молодец. О, правда? Он был более удивлен, узнав об этом. Бак-бак. Бак-бак, я это признаю. Но это только приманка для отдыха. Ребята, теперь вы можете наслаждаться отдыхом. Миссия – угадайте бюджет Run BTS для пребывания. Если вы потратите все деньги и доведете баланс до нуля, 7 миллионов вон будут распределены справедливо между вами. BTS с радостью принимают задания. Мы должны рассчитать лимит, чтобы сыграть в это. Сложная игра из-за большой награды. А мы должны заказывать это меню? А это поддельная цена? Я закажу на 560 тысяч вон. А мы не знаем, что нравится BTS. Поэтому мы приготовили все. Хорошая еда. Еда плюс хорошая еда плюс хорошая еда. Коллекция блюд, которые нравятся BTS. От главного меню до десерта. Наслаждайтесь. Правила обслуживания в номерах для Run BTS. Они могут заказывать еду из обслуживания номеров. Однако они могут заказать только два типа меню. Первый заказ Чонгук. Я хочу заказать обслуживание номеров. Выбор Чонгука. Чизбургер из говядины и картофель фри. А затем я хотел бы джапагури с ребрышками. Да, джапагури с ребрышками. И принесите, пожалуйста, в номер 17. Это люкс. Да. Заказ завершен. Хорошо. Это весело. Оставлю это здесь. Итак, я потратил 560 тысяч вон. Использованная стоимость составила 560 тысяч вон. Хорошо. Это немного двусмысленно. В смысле 560 тысяч вон? Что он заказал на такую сумму? Шуга, что такое арабиата? Я уже заказал. Арабиата? Это арабиата. А что такое? Что это такое? Я уже заказал ее. Ладно, я закажу сейчас. А где же мне заказать? По номеру телефона? Так, вызов. Я должен нажать эту кнопку? А, 7 и тогда... 3, 4, 2... Арэм, мне нажать на кнопку плюс? А почему? А где плюс? А что такое арабиата? 10 тысяч вон? Это макароны. А сахар? 4, 5... А, паста? Паста это арабиата? А, да, это что-то вроде лапши. А, я хочу джапагури с ребрышками. И один арабиата из лобстера. Джей-Хоп заказал на 720 тысяч вон. Да, все, арабиата, арабиата. Итак, сумма расходов 1 миллион 280 тысяч. Я заказал еду, которая более дешевая. А чизбургер из говядины. Закуски стоят 250 тысяч вон. Чизбургер стоит 240 тысяч. Цена за молоко 150 тысяч вон. Я заказал джапагури с ребрышками. Далее, Арэм, пожалуйста, закажи. Всего потрачено 1 280 тысяч. Но мне есть что заказать. Я сделаю заказ последним. Мы планируем потратить здесь 7 миллионов вон. Мне грустно, если вы так заказываете. Два человека в одиночку заказали уже на 1 миллион вон. Что вы такое заказали на 1 миллион? Можно заказать до 1 миллиона вон. А как насчет 600 тысяч вон на человека? Чимин, проигравший, должен просто молчать. Ха, арабиата. Здравствуйте, я хочу заказать обслуживание в номерах. Я хочу джапагури с ребрышками. И кофе со льдом, ледяной кофе и арабиату. Еще я хочу игрушки из блоков. Вы можете заказать только два меню. Итак, хорошо. Джапагури с ребрышками. Блок игра? Да, блок игрушек. Нет, я хочу игрушечные блоки. Как они могут так бесконечно говорить? Очень шумно. Арэм, ты заказал? Арэм. Джин, пожалуйста, закажи немного еды. Сумма расходов 1 900 000. Общая стоимость 1 900 000. Джин заказывает четвертым. Здравствуйте. Я хочу джапагури с ребрышками. BTS любят джапагури с ребрышками. И что еще? Это голос нашего продюсера?
Выбор джина, джапагури с ребрышками на 320 тысяч. Да, и игровые наборы. Какое игровое устройство вы хотите взять с собой? 40-минутный игровой набор? Да. Чонгук? Да. Покажи, насколько велика твоя комната. Покажи свою комнату. Мою? Да. О, выглядит довольно прилично. Вау. Комната Чонгука потрясающая. Комната, которая заставила нас похвастаться. Чонгук, какой у тебя номер комнаты? Комната 17. А, давай. Ты не можешь туда идти? Вы что-то заказали сейчас? Можем ли мы пойти в комнаты других участников? Комнаты такие большие, это безумие. Но ничего не поделаешь. Арэм заходит в апартаменты. Теперь ваша очередь четвертого человека. Проходите. Здесь нечего делать. Верно. Могу я заказать? Должны ли мы заказать монополию? Во что поиграем? Монополия? Да, это хорошо. Это круто. Мы можем заказать только два типа. Два? Сколько стоит каждый? Я заказал на 560 тысяч. Джин заказал на 1 170 000. Арэм на 620 тысяч. Чонгук на 560. Джейхоп на 720. Джейхоп! Что это? Чонгук, что ты заказал? Я заказал чизбургер с говядиной и картошку фри. А джапагури с ребрышками. Ладно, я слишком много распылял. Я тоже хочу. Ты слишком много распыляешь. Комната огромная и прохладно здесь. Почему твоя комната такая большая? Хорошо, мы можем здесь поиграть в футбол. Это действительно номер люкс. Верно. Это действительно люкс. Что мне есть или что мне делать? Шуга заказывает пятым. А, здравствуйте, подождите. О, разве это не продюсер? Я заказал обслуживание номеров. Я хочу заказать рис с угрём. Да, рис с угрём и арбузный сок. Хорошо. Да. Да, Леви, пожалуйста, закажи. А, да, во-первых, джапагури с ребрышками, клубные бутерброды. Да, вот и все. Мы можем делиться едой друг с другом. Чимин, пожалуйста, заказывай. Эй, ребята, вы хотите поиграть в монополию? Мы можем собраться вместе, верно? Да, можно собраться вместе. Окей. Привет. А ничего страшного, я хочу заказать еду. Это правда, что джапагури с ребрышками стоит 320 тысяч вон? Джапагури с ребрышками, да. Да, это одно. Я вижу, здесь есть игра в монополию. За 450 тысяч вон. Да, пожалуйста, дайте мне эти два заказа. Да, все верно. Спасибо, да. Заказ, ребят. Общие расходы 5 миллионов вон. У вас у всех сушит лицо после нашего разговора. Я использовал спрей для увлажнения. Этим пользовались все, кроме вас. Нет, вы должны дать нам на это время. Хорошо, Джин, сделай это снова. Начинай. Когда мы разговариваем, разве вы не чувствуете, что наша кожа такая сухая? Да, я чувствую, что моя кожа очень сухая. Поэтому я подготовил для вас по одному флакону спрея. О, хорошо, Джин. Спасибо. Это что, спрей чайного гриба? Что это было? Это причина, по которой они занимают первое место в качестве рекламных моделей. Он так хорошо пахнет, я чувствую запах чайного гриба. Вот так. Здесь сказано, что у этого продукта есть два применения, одно из которых уменьшает морщины. Джин, тебе это нужно. Тебе это пригодится. О, привет. В этом случае это пригодится и Шуге тоже. Но тебе за 30, а мне за 20. Сумма расходов 5 миллионов вон. Ваши общие расходы составляют 5 миллионов вон. Да, теперь Чонгук снова может заказывать. Вы можете заказать сейчас или позже, вам решать. Чонгук? Да. Чонгук, покажи нам комнату, пожалуйста. Я уже показывал вам. Джин, я пошел в его комнату. Все комнаты одинаковые, за исключением комнаты Чонгука. Насколько там хорошо? Он такой большой. Но у тебя есть обеденный стол? Давайте поужинаем вместе там. Тогда кто потом будет убираться? Если мы будем есть в комнате Чонгука будет плохо пахнуть. Верно, но мы можем запросить обслуживание в номерах. Нет, ешьте все в своей комнате. Но мы можем поесть все вместе, если Чонгук позволит. О, Чонгук. Да я просто шучу. Не разрешаю. Я закажу сейчас.
Я заказал джапагури с ребрышками и клубными бутербродами. И я собираюсь заказать игровой набор. И пиццу пепперони, а нам вместе играть. Извините, я заказал игровой комплект. А правда? Да, там есть 4 типа игровых устройств. Сколько это стоит? Это не превышает 1 миллиона. Джейн, что? Почему ты потратил столько денег? 1 миллион вон, разве это не 1 миллион вон? Ты меня слышишь? Внезапно ведет себя мило. Чимин выглядит действительно скучающим. Это даже не 7 миллионов вон. Так сколько это стоило? Если это 7 миллионов вон, это слишком просто. Мы должны хорошенько подумать об этом. Разве они не давали нам больше денег, чем мы использовали? А Джин, просто скажи, что хочешь потратить деньги. Я хочу тратить деньги. Ты хочешь все это заказать? Можем ли мы их все потратить? Вообще это важно? Мы же сами не платим ни за что. Я в море, посмотрите, я в море, я на пляже. А, попробуй нырнуть. Вот и все, он нырнул. И я в море, я иду первым. Попробуй заняться дайвингом. Ныряет в кровать, веселится в одиночестве. Так что, угадать или нет? 7 миллионов вон. Давайте используем эти 7 миллионов вон. Это действительно 7 миллионов? 7 миллионов вон, это все же недостаточно. А мы остановились, верно? Да. Мы можем тратить деньги, как нам заблагорассудится. А могу я сказать правду? Честно говоря, разве отдыхающий не играет в сотовые лежа на диване? Да, еще ходят в бассейн. Это обязательное правило. Давайте просто забудем обо всем и потратим все деньги. Я заказал рамен, боки и пиццу с горгонзолой. Пожалуйста, приготовьте 1 свежий кофе со льдом. И 1 сладкий маленький пирог. Я заказал кофе со льдом и пиццу с горгонзолой. Пожалуйста, дайте мне 1 бинсу шайн мускат и 1 пиццу с горгонзолой. 1 джапагури с ребрышками и... Пожалуйста, дайте мне 1 угря и фруктовый сок. Я заказал 1 мини чизкейк и 1 горячий кофе. Предыдущий заказ был на общую сумму 5 миллионов вон. Плюс еще один заказ, всего 7 миллионов 860 тысяч вон. О, оно здесь. Чингук, твоя еда прибыла. Только внезапная лапша. Ой, я завидую. Другие участники не получили еды из-за скопления заказов. О, лапшу принесли быстрее всех. Вы должны съесть внезапную лапшу после того, как приехали до отеля. Лапша – это закуска. По моему мнению... Почему ты не позвонил мне? Я начну играть. Думаю, я засну, разбудите меня. Я не буду спать. Хорошо, JK. Ладно, подожди меня. Хорошо, Чингук, подожди. Я иду прямо сейчас. Ладно, в комнату Чингука. Ладно, все в комнату Чингука. Нет, не приходите сюда. Хорошо, Чингук, мы идем. Выглядит восхитительно. Что это? Это рамен Боки? Да, рамен Боки. Серебряная гиена нацелена на лапшу. Хочешь поесть? Не надо, это слишком остро. А Джей-Хоп передает в свою очередь Ви. У тебя что-то есть покушать? О, выглядит восхитительно. Ты отдаешь его мне? Общая сумма составила 6 миллионов 760 тысяч вон. А мы почти закончили все, да? Джапагури с ребрышками для Рэма. Вечеринка джапагури в каждой комнате. А зрители, вы, ребята, уже кипятили воду в кастрюльке, верно? Все. Ушуги, угорь. Джапагури также доставили в его комнату. Как мне все это съесть? Я смогу это все съесть? Но кто-то не пошел на вечеринку с джапагури. Джин следует внутриигровым приказам. Я не должен делать что-то подобное во время еды. Я знаю это, но мое тело продолжает двигаться. Игра, которая не думает о ситуации. Глоток джапагури для пополнения энергии. Сосредоточьтесь на игре. Интенсивность упражнения увеличивается. А Джин продолжает бежать спустя много времени после этого. Джапагури тоже остывает. Способ BTS наслаждаться отдыхом. Смотрю YouTube, пока ем вкусную еду. Или смотрю отложенное телешоу. Я должен посмотреть Netflix. Я не смотрел «Железный отряд». «Железный отряд». Обычный вид во время отдыха.
Все смотрят что-то во время еды. В комнате только звук телевизора и жевание. Видео плюс еда, тот же вид. Шуга смотрит спортивные трансляции. Викторина. Какие видео смотрит Джей Хоуп? Я думаю, этот эпизод был самым смешным. BTS, которым больше ничего не нравится, кроме BTS. Доставка все еще продолжается. Меню, которое Чунгук хочет съесть больше всего. О, вау. Доволен тем, как все выглядит. Что это? Он только что доел джапагури. О, мой рот так сильно не откроется. Думаю, я заказал кое-что еще. Лапша, ребрышки с джапагури, джапагетти и пицца. Говяжий чизбургер. Чунгук действительно любит углеводы. Все крахмалистые продукты. Это очень вкусно. Чимин транслирует обед на YouTube. Другие участники смотрят это. Что это? Приятного аппетита. Я не собираюсь много двигаться. А Джин по-прежнему больше сосредоточен на игре. Он ведет машину после бега. Автомобиль, за рулем которого Джин. Камера засняла камеру. А, вы попали в кадр. Это так потрясающе. О, это я. Трансляция комнаты перед моими глазами. Все больше и больше поражаются. Это так потрясающе. Я не могу играть в веселые игры в одиночку. Вот. Экскурсия по отелю на машине. Это так здорово. Следуйте за мной. Его спина выглядит взволнованной. Кому он покажет свою машинку? Выбирайте соседа. Привет, Арэм. Это так потрясающе. Ты пробовал? А что это такое? Это игра? Да. Это должно быть Марио тележка. Недавно выпущенные игры. Разве это не удивительно? Что это такое? Он управляет им с помощью пульта. Это карта. Посмотри на это. Отлично. Можно попробовать? Сиди здесь. Автовладелец начинает выпендриваться. Сядь вон там. Нравится? Нет, покажи лицо. Подчиняется согласно приказу. Тогда ты станешь боссом-монстром. Это правда? Да, посмотри на это. Его лицо не видно. Тебе следует опустить голову, Чимин. Это не видно на экране. Посмотри на него. Он монстр-босс. Чимин, я сфотографирую тебя. Отличная идея. Веселый фильм, независимо от режиссера. Хорошо играть с папой, когда отец играет с сыном. Новости о сегодняшних продуктах начинают распространяться. Чимин, какой у тебя номер комнаты? Чимин, какой у тебя номер комнаты? Номер 26. Я не могу пропустить самое интересное. Номер 26. Что это? Ложись, ложись быстрее, Джей Хоуп. Что? Почему? Ложись. Ты появляешься на экране. Нет, лучше наоборот. Отсюда страшно смотреть. Джей Хоуп, подними руку. Подними и ударь. В комнате Чимина становится шумно. Смотри, появляется эффект повреждения, да? Как это? В это время трое других участников находятся в своих комнатах. Ви наслаждается собственным отдыхом. Смотрит фильмы. А мы смотрим на Ви. На красивое лицо следует внимательно смотреть. Прямо сейчас это большое развлечение для зрителей. В комнате Шуги тоже тихо.
Шуга снимает стресс, просматривая видео с кошками. Зрители тоже снимают стресс, смотря на Шугу. Спокойствие. Трансляция по снятию стресса. Кот плюс Шуга равно «Я сегодня лежу здесь». Что ты делаешь? YouTube ролики о спасении кошек. О, я это видел. Что это такое? Ему очень жаль. У него болела нога, его ноги не могли двигаться. Кошку отвезли к врачу, он сказал, что ее ноги не могут двигаться. Он такой милый, когда шипит. Да, он такой. Шуга любит кошек. Я не смотрел «Железный отряд». Чонгук не смотрит молча. Он выжил. Чонгук смотрит телевизор в одиночестве и реагирует самостоятельно. О, нет. О, он очень быстрый. Комната Чонгука полна счастливого смеха. Причина, по которой Чонгук сегодня счастливее. Каждый здесь делает это индивидуально. О, теперь я так счастлив. Он тоже потягивает свой любимый джапагури. Замечательно. Крахмалистые продукты самые лучшие. Я люблю углеводы. Если есть мясо или углеводы, я смогу жить долго и счастливо. Наслаждается обоими одновременно. Доставка снова приближается, чтобы Чонгук стал счастливее. О, спасибо. Это тот день, когда Чонгук был очень счастлив. Я действительно нахожусь в гостях. Я действительно живу здесь в одиночестве. И я ничего не делаю. Я очень счастлив. Уголки его губ поднимаются, несмотря на то, что он просто посмотрел на это. Вау, вот оно. Ох. Скажите участнику, который забыл о миссии. Текущее количество... Чонгук! 7 миллионов 860 тысяч вон. Что? Говорят, теперь твоя очередь заказывать. Пожалуйста, закажи мне один игровой набор. Игровое устройство? Ладно, хорошо. Если вы приравняете сумму, вы получите 7 миллионов вон. А как мы догадались? А как насчет ран BTS, а? На самом деле это не имеет значения. Я хочу угадать, но не знаю. Вы, ребята, пытаетесь нас так сильно подкупить? Они уже довольны вкусной едой. Насколько это хватит? Номера, связанные с Run BTS. Сколько сейчас серий Run BTS? Интересно, заказан ли игровой набор? Чонгук! Тишина. Чонгук, ты уже заказал это? Только заказываю. Выбор Чонгука 150 тысяч вон. Кофе. Я заказал один кофе со льдом. Чонгук, игра установлена. Игровой комплект тоже? Какова общая сумма? Если я закажу чашку кофе, то общая сумма составит 8 миллионов 10 тысяч вон. Все мысли Ви об игровом наборе. J-Hope. Да. Разве это не дата начала Run BTS? Дата начала? Run BTS начинался 1 августа 2015 года. И если используется дата начала, может быть 20 миллионов? Разве это не 8 миллионов? Почему 8 миллионов? Кто знает, может около 20, потому что это началось в 2000-х. Но если мы это не сделаем, у нас не будет контента. Эй, я нашел это. Что? Я нашел? Что нашел? 1 августа. Первый ран BTS был 1 августа. Но разве сумма не 8 миллионов вон? Если да, то я закажу один кофе. Почему 8 и 1? Почему вы так думаете? Потому что 1 августа... Это 8 миллионов 10 тысяч. Из-за того, что 10 августа, общая сумма составит 8 миллионов 100 тысяч вон. Это правда? Я ошибся? Значит, мы не заказываем игровые наборы. Если я закажу один экземпляр, общая сумма составит 8 миллионов 10 тысяч вон. Да, после этого остановись. Отправьте, пожалуйста, один кофе в комнату 17. Я думаю, что это 8 миллионов... И 1000 вон. Ум производственного персонала проще, чем вы думаете. Верно, тогда ответ 8 миллионов и 1000 вон. Все согласны. Честно говоря, заказывать больше нечего, да? Ну, правильно. Если честно, я хочу спать. Я хочу спать. Я тоже. А пока отложим это. Следующая очередь заказывать J-Hope. Хорошо. В таком случае... Пожалуйста, наслаждайтесь остальным временем. Хочешь съесть бинсу? Ты ведь тоже пиццу не ел. Хочешь бинсу?
Ты не можешь есть, потому что ты сыт, да? Нет, я занят Марио тележкой. Сыр потрясающий. Мы до этого ели. Пицца Чикаго? Твое произношение немного странное. Почему? Это горгонзола. Я думаю, ты это странно произносишь. Мне кажется, ты произносишь это как-то странно. Я отрежу его. Сэр, какую часть ты бы хотел съесть? Пожалуйста, дайте мне этот кусок. А, вот здесь? Я аккуратно отрежу его. Пожалуйста. О, спасибо. Пицца должна быть смочена в мед. Я налью тебе немного. Я команда обслуживания. Все. А у других мемберов есть? Чимин нашел новую игрушку. Вид на город с высоты. О, это так страшно. Прыжок. А, это было очень страшно. Я просто притворился, что прыгаю, но это очень страшно. Это страшно, даже если это просто притворяться. Вот попробуй отсюда прыгнуть. Джин немедленно последовал за ним. О, страшно. Они продолжают свою игру. Борьба с машинкой. О, хорошо. Как будто возвращаются в детство. О, классно. Где отправная точка? Ты тоже молодец. Она может проехать у тебя между ног. Я как ребенок начальной школы. А, Чимин. Да, ты не в том возрасте, чтобы с ним играть. Ты это видел? Я такой застенчивый. Чимин. Свободное время BTS после долгого времени. Игра с друзьями. Или сон в одиночестве. День, который делает их всех удовлетворенными после такого долгого времени. Пока не закончится сегодняшнее свободное время. Делай то, что хочешь делать. Это то, что мы хотели показать вам в сегодняшнем эпизоде. Остальное время сладко, как мед. Время смеха и счастья. Вам понравилось пребывание в гостинице? Думаю, вам, ребята, это очень понравилось. Да, действительно. Мы не делаем ничего подобного обычно. Мы сделали это в туре. Думаю, вам, ребята, понравилось отдыхать сегодня. А теперь пора считать. Думаю, мы правы. Это правда 8 миллионов и 1 тысяча вон. Что если мы ошибаемся, а они делают вид, что мы правы? Потому что режиссер такой хороший. Если бы не 8 миллионов и 1 тысяча вон, я не смог бы угадать. Какие еще могут быть числа? 1 августа, значит, очень хорошо. На этот раз у нас тоже хорошо прошла фан-встреча. Это было прекрасно. Премьера Run BTS состоялась 1 августа. Итак, наконец-то раскрываем сумму сегодняшнего бюджета. Сколько это? Сколько? Я думаю, что это начинается с числа 7. Хотя это слишком предсказуемо. Почему? Я считаю, что ответ 8 миллионов. Нет, 7 миллионов. Подожди момент. 7 миллионов вон. Он позвонил 7. Независимо от того, получим мы подарок или нет, я очень благодарен за сегодняшний день. Мне очень понравилось сегодняшнее пребывание. Да, понравилось. Это все, что имеет значение. Сегодняшний денежный бюджет Run BTS. Сколько? Вы, ребята, правы. Это 8 миллионов 1 тысяча вон. Это правда. Вы, должно быть, шутите. Нет, это правда. Если честно, вы не поменяли сумму? Это правда? Правда. Эх, круто. Это правда. Отлично. Он был прав. Это реально так. Заказ Чунгука – правильный выбор. Ваш последний кофе? Да, ты прав. Хорошая работа, Джей Кей. Подберите количество. Кофе был восхитительным. Верно. Верно. Он заказал последний кофе. На сумму всего 8 миллионов 1 тысяча вон, если он заказал кофе. Это было бы плохо, если бы мы заказали игровой комплект. Верно. Да, ваша жизнь станет игрой, верно? Твое количество жизни определено. Я подумаю над этим. Что если бы моя жизнь превратилась в игру? Ребята, вы сегодня много поработали. Купон на покупку на 1 миллион вон. Для каждого. О, точно, это правда. Мы отлично угадываем. Спасибо. Это реально? Разве это не величайший подарок в истории Run BTS? Самый крупный. Спасибо. Я буду использовать это благоразумно. Это действительно здорово. Ура! Но не забывайте, это я догадался. Арэм, я дам тебе 500 тысяч вон, потому что ты догадался.
О, правда? Ты должен отказаться от этого, так что отдай мне. Он действительно любит Джапагури. А лучше откажись. Давай еще раз. РМ, я дам тебе половину подарка, потому что ты догадался о правильном ответе. О, правда? Большое спасибо тебе. РМ, ты должен отказаться. Было бы еще страннее, если бы ты ему не дал это. Это правда, РМ. Хорошо, я отдам тебе, держи. Ты дрожишь, твоя рука дрожит. Он сейчас это разорвет. Спасибо, спасибо. Счастливый конец для всех. Вы, наверное, очень беспокоились, но какие ваши впечатления? Если честно, я счастлив, потому что здесь я отдыхал и смотрел телевизор. А я хорошо выспался. Почему кровать такая удобная? Еда в отеле очень вкусная. Ребрышки Джапагури, это восхитительно. Да, и угорь был очень классным. Это очень весело. Когда отдыхаешь в центре Каннам, чувствуешь себя иначе. Наслаждайтесь одиночеством. Мне очень нравится, когда я ем десерт. И когда я наслаждаюсь одиночеством, ем десерт и пью кофе. Я чувствую, что у меня есть собственное пространство. Действительно. Простое и светлое счастье, да? Спасибо, что подарили нам такое счастье. В следующий раз мы снова будем усердно работать. Мы должны бежать, потому что это Run BTS. Да, беги, BTS. Хорошо, это хороший отдых. Run BTS. Что это? Это была озвучка Джейкуб. Не пропустите следующие эпизоды Run BTS.